Доброе время суток, дорогие рукодельницы! Сегодня я к вам с двойной шапкой Бини. В этом видео я научу вас, как рассчитывать петли. Как видите, у нас здесь нет никакой резинки. Она двусторонняя, носить можно на любую сторону. И расскажу, как связать, кто хочет шапку, например, двойную, связать по голове, то есть анатомическую, я тоже научу все и расскажу все в этом видео. Вязала я из ниточек газал, по два моточка у меня каждого цвета пряжи было, и это вот остаточки, то есть от четырех моточек вот что осталось. Такую пряжу предоставил нам магазин Мир Вышивки. Ссылочка будет внизу. И для вас будет промокод слово клубок без, без знаков препинания и соблюдая заглавные буквы. Все внизу пропишу. Если есть желание заказать и получить 10% скидку, которая у вас будет являться либо накопительной, вы можете потом вывести денежку, либо на эти денежки вы сможете купить себе что-либо в этом интернет-магазине. Итак, приятного просмотра. Да, и чуть не забыла сказать. Шапка имеет макушку модную. В этом году она опять актуальна. Здесь спереди и сзади закрывается одним способом, и бока плоские другим способом. Все посмотрим в этом видео. Первое, что нужно сделать, определить количество набранных петель. Да? Количество петель на шапку. Делаем образец лицевой гладью, замеряем его, смотрим, сколько у нас в 10 сантиметрах петелек умещается. И окружность головы нам нужна. В моем случае окружность головы 55 сантиметров. Эта мерка снимается от лба через затылок по прямой линии, да, горизонтально полу. Итак, значит, у меня в 10 сантиметров в моей лицевой глади в нерастянутом состоянии образец я меряю 20 петель. Соответственно, в одном сантиметре у меня 2 петельки получается. 55 размер головы умножаю на 2 петли, у меня получается 110 петель. Вот от этого количества отнять нужно 10%. 10% для того, чтобы шапка не соскакивала. У меня получается, да, там, с остатком, но получается примерно 100 петель. Да, и делаем кратно 4. Контролируем, чтобы конечное число было кратно 4. Или же следующий способ. Вот пока у меня вот такая цифра 100. Другой способ. Просто в потянутом состоянии, слегка растянув образец, замеряем его. Я замеряю, у меня в 10 сантиметрах получается 18 петель соответственно 1 сантиметр равен 1,8 петли точно так же объем головы 55 умножаю на 1,8 и у меня получается 99 петель опять э округляем до цифры которая делится на 4 получаем 100 петель вот два способа я проверила и я убедилась в том что мне нужно именно 100 количество 100 петелек Теперь понадобится вспомогательная нить, так как у нас будет открытый наборный край, нам нужен открытый. Если не владеть, я думаю, воздушную цепочку сделать нетрудно. Подхватываем ниточку, против часовой стрелочки поворачиваем, у нас образуется петелька. И делаем петлю. Петля у нас, петелька остается на рабочей, на крючочке, получается петелька. И начинаем 2, 3. Давайте еще по-другому. Можете все гораздо проще, да, там вот таким образом сделать. Кто не владеет крючком совсем, то есть вытянуть петельку можно как угодно. Главное, чтобы она была. И теперь, я думаю, несложные такие действия, я думаю, каждый сможет делать, да, воздушную цепочку набирается у нас просто. Подхватывается ниточка и протаскивается. Чуть-чуть сейчас сложности добавим для открытого края. Смотрите, ниточку кладу поверх спицы, да, беру спицы номер три с половиной, буду вязать самыми, самыми обычными китайскими гамма три с половиной. Кладу ниточку вспомогательную на спицу, сзади подхватываю эту ниточку и протаскиваю. Подтянули все это дело. Снова поверх кладу ниточку подхватываю ее с другой стороны и протаскиваю. У нас получается здесь такая косичка сейчас будет. Снова одеваем ниточку, сзади подхватываем и так далее. Вот таким образом нужно набрать 100 петель. Опять ниточку вперед, подхватываем У нас вот здесь образуется такая косичка, которая потом очень хорошо распустится. И продолжаем дальше. Набирать 100 петель. Вот в моем случае мне нужно будет 100 петель. И так далее. Давайте самостоятельно берем воздушную цепочку. Точнее не воздушную цепочку, а набор, чтобы у нас был открытый да, по цепочке. Самостоятельно 100 петель набираем. Да, желательно, чтобы ниточка была вспомогательной, у нас, не, не пушистая, а какая-то скользкая. Мне в помощь всегда дали задива. Дива. Я набрала одну лишнюю петельку. Все, вытащили пока ниточку, пусть она болтается. Теперь берем э, спицы, которые мы будем вязать, и вплетаем ниточку. Да? Начинаем первый наш ряд. Просто петелька за петелькой вяжем лицевыми петельками. И считаем их, убеждаемся, что количество петель у нас верное лицевые петли. Да, я не сказала, я буду вязать из пряжи газал рок-н-ролл. У меня будет белый цвет и вот такой вот очень красивый. Не знаю, как он называется, но все знают пряжу это знают. 21% акрил, 70% пиамид и 9% саланомерина, мерина. Мериносовые шерсти. Рекомендуют нам спицы 4, 4,5. Крючок от трешечки до четверочки. Так, вот этот цвет я не вижу, где здесь написан цвет. Бирюза он называется. А второй у меня белый. Вот двух цветов я буду вязать. Значит, одну сторону у меня будет белая одна сторона, а другая бирюзовая. Набираем 100 петелек, и я к вам вернусь. Точнее, провязываем 100 петель, и я к вам вернусь. Я подошла почти к концу. 49 и 50. Все, пока нам эта голубая ниточка не нужна. Традиционно смотрим, не перевернулась ли у нас цепочечка, да, потому что сейчас будем замыкать в круг. Смотрим, что все хвостики никуда ничто не разбежалось у нас. И теперь никаких дополнительных петель мы не набираем, девочки. Это у нас вязание по кругу с открытым краем, поэтому никаких дополнительных петель. Проверили традиционно все в порядке. Да? И вешаем в начало на начало работы маркер и начинаем второй ряд и собственно по кругу вязать будем на всю высоту шапки. А как посчитать определиться с высотой с прямой частью шапки до закрытия, чтобы она была по голове, я расскажу чуть позже. Пока начинаем вязать шапку просто прямую, по прямой все лицевые петельки. Начало кругового ряда у нас есть. И мы начинаем ряд за рядом вязать по кругу. Итак, вяжем по кругу сколько сантиметров. Да, давайте рассмотрим такой момент. Смотрите, нужно замерить, если кто хочет шапку по голове, то есть нужно замерить от одного уха поверх головы до другого уха. В моем случае это 38 сантиметров. У меня расстояние от уха до уха, да, через верх головы 38 сантиметров. Делим на 2 пополам. Получается 19 сантиметров. Это для тех, говорю, просто вслух, кто хочет шапку по голове. Может быть, кто-то не хочет бини, да. Что мы делаем дальше? 19 сантиметров умножаем, о, вернее, простите, делим на 1,2. Получаем 15,8 вот это число, это сантиметров в высоту до закрытия. 16 сантиметров. То есть провязали 16 сантиметров от нашего наборного края открытого. И далее начинаем закрывать. Если у меня бини, я вяжу бини, значит, в длину вся шапка должна составлять 30 сантиметров не меньше. Точно так же делю на одну целую и две десятых, получается до закрытия мне нужно провязать 25 сантиметров. Я провязала 26 сантиметров и начала закрывать шапку. Я ее закрыла. дело в том, что файл э, улетучился бог с ним. И теперь я покажу с этой стороны, у меня двухцветная шапка, да, я с этой стороны покажу, как я ее закрывала. То есть закрыла, кончики попрятали, и переходим на другую сторону. Работать будем с другой стороной. Так, закрепили, значит, здесь ниточку. Все, мы больше сюда вот в макушку не возвращаемся к этой макушке. Теперь держим вот где у нас начало кругового ряда было, мы вязали вот так вот, вязали, вязали, вязали и закрыли. Вот начало кругового ряда. Перевернули к себе вниз к себе, и теперь нам нужно вот с этого края в правую сторону от маркера. Маркер у меня сейчас висит так же, как и снизу. То есть соблюдая, чтобы у нас петля в петельку были э, вот эти закрытия сверху и с другой стороны да? теперь смотрите надо поднять вот за эту я сейчас развязала здесь узелочек и вот они сейчас пойдут петельки, открытый будет наборный край вот их ни одну не надо ни одной нельзя потерять надо все собрать мне вот удобнее обычно вот так вот кверх ногами к себе ни одну не упустить, главное. Так, я потом эту подыму. Голубенькую ниточку вспомогательную выдергиваем и по одной собираем. Вот так вот. И проверяем количество петель, чтобы ни одна никуда не ускользнула. Так, видно, да? Тихонечко подтягиваем. У нас распускается здесь косичка. Вот то, что я дивы делала. И поднимаем все петельки до единой. И последнюю петельку мне надо дособрать. У меня их 100 по кругу, да? И вот одна у меня осталась. 99 и 100. Все, теперь ровным счетом все то же самое будем делать в, обрат... в другую сторону, да? Так как у нас шапка двусторонняя. Поэтому будем проходить точно так же. Смотрите, я до закрытия отсюда. Я считала ряды, у меня 80 рядов получается. 26 сантиметров или 80 рядов. Вот как удобней. ну лучше, наверное, рядами все-таки посчитать несложно. Маркер, еще раз напоминаю, находится на одной и той же делит одинаковое количество петелек. То есть, чтобы у нас шов над шовчиком, мы закрывать будем точно так же, да, чтобы у нас закрытие по бокам, спереди и сзади было одинаково. Поэтому начало кругового ряда у нас, в принципе, вот она ниточка, откуда начинается. Вот у нас показано начало кругового ряда. Я беру другой цвет нити, и сейчас 80 рядов буду провязывать. Нить не надо никаких узлов делать, потом это все свяжется просто начинаем вязать лицевыми стор... петлями в другую сторону. Те же самые 100 петель, у нас открытый наборный край, да, мы их подняли петли, и начинаем вязать другой ниточкой просто. Я точно так же опять 18, 80 рядочков вяжу, и встречаемся, будем вместе закрывать. Закрытие ровным счетом идентичное с обеих сторон, одинаковое. Итак, значит, у меня э, отвязано 80 рядов в другую сторону, и пора закрывать. Что нам нужно? Нужно два маркера, 4 маркера, два одного цвета и два другого. Можно какие-то просто веревочки взять, да друг другого цвета. Значит, ставим маркер. У нас в начале ряда уже один стоит маркер. Он параллельно стоит э, тому, э, тому маркеру, который у нас на белом цвете стоял. Ну, то есть начало ряда у нас одинаковые. Чтобы у нас одинаковые э, закрывалась с обеих сторон шапка в тех местах в тех же местах что и э, другая часть шапочки, да? Смотрите, значит, маркер стоит 25 петель, маркер 25 петель, маркер 25, маркер 25, то есть вот таким образом. Что мы делаем? У красного маркера у одного и у второго мы будем одинаково закрывать петли, и у двух зелененьких мы тоже будем одинаково закрывать петли, но между собой по-разному. Давайте посмотрим. Возле красного оставляем 3 петли до маркера 2 первых поворачиваем но ну, это я поворачиваю у меня баб... у меня классические мне нужно чтобы стояли как бабушкины и за заднюю стеночку 2 вместе провязываю это будет у бабочка подтягиваем всегда да когда провязываем 2 вместе теперь лицевая петля маркер перекинули лицевая петля и 2 вместе с наклоном вправо бабушкины перевернить стеночки это будет у нас вот такие две убавочки, да, с обеих сторон. Дальше идем до зеленого маркера просто лицевыми петельками. Дошли, не дошли две петли. Вот эти две петли с наклоном влево одной лицевой провяжем. Я переворачиваю стеночки, кто вяжет бабушкиными, тому не надо. Провязали, перекинули маркер, вот здесь потуже, и две вместе с наклоном вправо. У зеленого маркера у, у, с другой стороны точно так же будем делать убавки то есть одна влево, одна вправо убавка. Э, идем лицевыми петлями до красного маркера. Так, подошла к красному маркеру. Э, точно так же, как у в начале ряда мы делали э, две петельки. Я переворачиваю, провязываю за заднюю стеночку 2 вместе с наклоном влево. Подтянули. Одна лицевая. Перекинули маркер. И в зеркальном отображении 1 лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Хорошенько подтягиваем все. Снова идем лицевыми петельками до следующего маркера. К зеленому маркеру подошли. Точно так же будем делать, как у с той стороны. две петли не дошли. Мы их сделаем 2 вместе с наклоном влево. Потуже маркер перекинули и две вместе с наклоном вправо. бабушкина переворачивать стеночки. И идем до конца ряда лицевыми петельками. Я отметил, я еще дополнительный маркер повесила, чтобы не знать, что у меня этот красенький, у меня же два красных, чтобы у меня указывает этот красенький, розовенький подсказывает, что этот красенький стоит на начале ряда именно. Теперь второй ряд мы будем вязать без всяких убавок. Вот так мы будем чередовать ряд с убавками, ряд без убавок. У красных маркеров мы одним способом убавки делаем, и боковые зеленые у нас другим способом. Мы убавочки делаем, ну, немножечко они отличаются, да? Вот эти два ряда мы будем чередовать. То есть в нечетных мы будем делать всегда убавки. В четные ряды вот я иду второй ряд сейчас, убавок никаких нет. Просто лицевые петельки вяжем. В третьем ряду у нас снова будут убавки, в пятом, в седьмом через ряд убавки. Пока мы не довяжем до 10 петель, продолжаем самостоятельно вязать. Вот у меня третий ряд начался. Снова три петли оставляем у красного, две из которых за заднюю стеночку провязываем с наклоном влево. Подтягиваем 1 лицевая, маркер перекидываем, 1 лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Возле второго красного маркера такую же бабочку делаем и идем лицевыми петельками до зеленого маркера. У зеленого одинаково также с другой стороны зеленый. И здесь у зеленого мы оставляем 2-2 петельки. До маркера делаем 2 вместе с наклоном влево, перекидываем маркер и 2 вместе с наклоном вправо, после маркера по И у красненького точно так же, как мы здесь сделали. И у следующего зеленого такая же бабочка, как мы только сейчас сделали. Следующий ряд мы опять не, ничего не делаем, да, нигде не убавляем, вяжем по рисунку. И чередуем эти два ряда. Я ранее оговорилась, не 10, а 11 петель должно остаться. Вот я делаю последний ряд убавок сейчас. У меня получается 11 петля. Вот убавки делаю и 12 петля. 12 петель последних. Так, вот круг я прошла последних убавок. Очередной круг у меня просто лицевые петли. Вот сейчас 12 петель пройду просто лицевыми петлями и будем закрывать. Ряд лицевыми прошлись, 12 петель. Все, можно ниточку отрывать, отрезать в смысле. И собираем все это спицы или крючочком, как кому удобно. Все маркеры можно снимать уже. Без разницы, спицы или крючком. Собрать нужно на остаток вот этой ниточки, на хвостик, все наши петли. Маркеры все снимаем, они больше не нужны нам. Вот она наша получилась модная макушка. Теперь смотрите, значит, нам нужно закрепить нить. В эту сторону она идет, да? Закрепить нам, получается, только снаружи можно. Я подхватываю ниточку, делаю узелок здесь, пусть, пусть здесь так называемый, но он уйдет потом внутрь. Теперь кручу по часовой именно стрелке, по часовой забираю отсюда ниточку. Если у кого нет э, крючочка, да, я думаю, что можно как-то с иголочкой справиться. Еще разочек где-нибудь где закрепим ниточку. Чтобы у нас макушка не расползлась. И просто спрячем наш хвост. В центр ушел хвостик. Я думаю, здесь уже не проблема, да? Как убрать этот хвост? Его нужно просто подтянуть подальше. И желательно еще где-нибудь снутри закрепить. Но я сейчас сделаю это без камеры уже. Все, у нас абсолютно одинаковые стороны. То есть вот так, -то, если мы их сложим, они у нас должны быть одинаковые. Вот так вот, да? Потому что у нас вот здесь вот плоско, где мы закрывали прям подряд по две вместе, влево и вправо. Вот эта сторона у нас плоская будет. И здесь также. То есть у нас две макушки одинаковые. Все, шапочка готова. И она идет стираться вместе с шампунем. Ну и по ее тоже побалую. И вот там, чтобы нужно расправить так, чтобы все это было, макушка, чтобы совпадала. Вот я чувствую, прям где у нее края. Все, шапочка готова носить с удовольствием.